Причина, из-за которой люди в твоей жизни отвернулись от тебя и просто ушли, иногда не имеют ничего личного с тобой. Причина в том, что сам Всевышний убирает их с твоего пути, потому что именно они не смогут идти там, где идешь ты. Часто люди, которые кажутся нам необходимы, на самом деле являются преградой, лишним для достижения цели. Доверяй Всевышнему и будь благодарным за все происходящее. Иногда великая потеря — это твое величайшее приобретение.